сам постих и загрею свинарник, или я объявляю голодовку. Кушать захочешь, сама на кухню прибежишь. Тогда я утоплюсь. Но вокруг дворца нету ни единого водоема. Тогда я... Выбирай, или я, или твои свиньи. Ах, как это мило сделано. Матюрлих, я мечтать о таком презенте вся моя жизнь. Папа, эта роза не искусственная. Она настоящая. Настоящая, Пир! Настоящая? Этот соловей настоящий. Настоящий, настоящий. Раз он тоже настоящий, так пусть и летит вслед за принцем. Вон! Я написала письмо автору «Капризная принцесса» Александру Чупину, спросила разрешение на постановку. Он обрадовался, сказал, что ух ты, из Благовещенска, это далеко от него. Вот, попросил нас обязательно прислать видео спектакля, фотографии с этого спектакля, отзывы, если будут. Ну и пожелал нам, конечно, удачи.